Какая у нас красотень. Правда, с утра было минус 20. Сейчас где-то в обед. Сейчас час дня. Где-то греет. Минус 17. Минус 16. Я не буду врать. Капец. Мы решили в балочку пройтись. Немного, а то он начинает уже скучать. Но мерзнет. Мне его жалко вроде как. Но при этом надо гулять. Пойдем. А то со скуки начинает. Во дворе, если выхожу с ним поиграться, чудить, короче. Кота загоняет, еще что-нибудь. Подбирается кудря. Сейчас балки некогда ему быть за ним. Так, только не вздумай встать на могилу. Это не пожелательно. А ты все-таки порода английская. Ты там у тебя родки больше в Чехии жили. Ты хочешь? Ну пошли. Ну что, женский пинский. Прокатимся. Вот нахуй. Палаточку взял бы, в случае обогреться надо, если будет. Шо? А, ты как хочешь, я еду. А, вот так. Поводок свой убери отсюда. Что она ни хера не видит. Вот это фейк. Фейл, блин. Видно, что пацанчики тут на полиэтилене катались, сейчас мы тоже прокатимся. Катаюсь без семьи, потому что, блин, некоторые болеют. О. Так, ну что, пробуем. Забрал мой пакет, скотина. Не, полиэтилен, все просто дешево и сердито. Не надо не покупать никакие ледянки за 100 гривен там и более. Да. Рожа, прекрати. Ой, пойдем дальше драться. Так. Опа. Вот так вот выбегиваемся. Минус 7. А я так на него рассчитывал. Ну что, зато течет. Я думал, что совсем замерзло. Сейчас водички наберем, уже что и попьем. Хотя я так нажался перед выходом. Классно с полным пузом идти по морозу. Не так холодно. Вообще даже не холодно. Если еще подвигаешься вот с этим дуриком, так вообще красота. Зацените мой ленивый чехол для топора. Кусок кожи от старого сапога просто свернул. Мне реально было впадло там шить, прокалывать. Я не умею тем более зашивать. Это обувной шов, не знаю, как делать, короче. Ну и проволочки. И то может пригодиться по отдельности потом. Так, вот собака, чтобы не вырывалась. В прошлом году зимой с палатки он убегал. Не нравилось, боялся, что-то дискомфортно. Сейчас я а то завлек его игрулями сюда. Трясет, блин. Все равно палатки на ноги теперь, чем на улице. Пока мы тут находимся, надышали уже. Его трясет эту, блин, квартирную рожу. Так, водички мы набрали. Мы в палатке. Имитация похода. Мне просто хотелось сделать вот такое. Все-таки печку-щепочницу. Привет Владимиру Чайкину. Хотя я об этом давно знал, но он меня еще раз, кажется, воодушевил. Я забыл за такой девайс, что можно сделать, в принципе. Как-то мне в один поход он не понравился, не очень. Сырые дровишки не хотели все равно разжигаться мне. А вот на днях же все-таки попробовал, классно все получилось. Правда, как раз нашел уже готовую. Думаю, попробую сделать еще и сам, тоже и забыл. Ну а в палатке, потому что и собака пусть к палатке привыкает. Да и как бы минус 17 градусов, как бы собака сейчас будет бегать и тупо замерзнет. А так он возле меня будет. Надышим, нагреем.
Вспомнил про тупиз моей старой, этой самораскрывающейся палатки. Это клапан, вот эта вентиляция открывается снаружи. Ну блин, если я хочу, мне стало жарко, мне нужно изнутри, не хочу я вылазить. Короче, надо открыть хера, все, короче, надо вылезти, блин. Собаку выпустить. И открыть. Ну тупо, тупо. Ну пока буду дырки хреначить. Попробуем с помощью свечи обогреть нашу юрту. Господи, сколько она же. Три похода пережила, бляха-муха. Уже в утиль списывать пора. Ну ничего. Так. Секторе движения, да? Засек. Вот сначала он бухтеть начал, а потом я услышал, что где-то люди идут. Все-таки да, собачий слух там, по-моему, 16 раз мощнее человечего. Да. О, какашку. Хорошая баночка. Прогорит, конечно, она. Ну, не знаю, я вот бывает на неделю выхожу сюда. В будний день погода позволяет, там более-менее. Ливеняка. Кстати, наконец декабря ливни еще были. То. Вот так вот. Да, блин, минус 17 и падает. Что-то. Сегодня до 10 утра минус 20 держала. Потом в обед. Вот сейчас в обед я и вышел. Так, два ряда дырок сделаем там и два ряда внизу. Вот так вот. Наконец-то, блин. Ой, радио. Радио Республика. А что у нас еще и ловит здесь? Короче, свечка нихера не работает. Я так понял. На дне разве что руки погреть. Такой фонарик. Фу, ладно, однако. Вон собака спряталась вообще. Пока тут передачку слушали. Ну все, готово, считай. Сейчас будем полевые испытания проводить. Собаку жалко. Сейчас она. Я только дверь открою, она выскочит. Впритык. А, дух пошел теплый, отлично.